Там, где лиственницы стволами сплетаются, от ветра защищаются, как люди в суровых условиях друг другу ближе становятся, где ячмень гривастый, как ковер персидский прекрасный, как ковыль степной колыхается, зелено-красным переливается, где ягель тысячелетний растет, по миллиметру прибавляя в год, как кимберлит голубой, где леса тундры тихий покой, где мох зеленый, желтый, красный во все цвета осень раскрасил пятнами цветными и кустарники золотые, где воздух свежий и сухой, удачный город родной, на краю Айкумены обитаемой алмазы добывает он.